новые замы. Ирина Карамушкина, Василь Ходоранова. У меня 4 заместителя, но один из них, вы знаете, в заключении, Сапар Исаков. А Мурадил Мадеминов улетал в Баткен, уезжал в Баткен для встречи с избирателями. Ну и вот дальше представлю, это наш Темирлан Султанбеков, студент Лихановской, да, по-моему, высшей школы экономики. Наш представитель в Москве, Нурбек Касымбеков, это советник партии по юридическим вопросам, Мурат Ибраимов, это координатор Кеминской районной партизанизации, Кундуз Жолдубаева, представитель партии, по-моему, вы все знаете, и Талай Усубалиев, руководитель секретариата нашей партии. Я очень рад вас всех видеть, очень рад, что у вас интерес к нашей партии есть. Сегодня вот они коротко расскажут о том, что какие мероприятия будут в ближайшие 2-3 месяца в партии, и расскажут о тех мерах по ребрендингу, по перезагрузке, по обновлению партии. Мына бүгүн мен тааныштырган партия истории сиздерге партиянын 1-2 айдын ичиндеги өткөрө турган иш-чаралары жөнүндө айтып берет. Анан кийин партияда күтүлүп аткан жаңылыктар боюнча айтып берет. Мен болсо эми силерге айтар элем, ушу көнүп баштагыла. Дайыма эле Атамбаев партияны башкарбайт, мамлекетти башкарганга окшоп бир күнү партияны деле өткөрүп беребиз. Бирок мен ишенемин, мен партияны ким башкарса дагы, Кудай буйруса, партия өзүнүн духун, өзүнүн рухун, өзүнүн жүрөгүн сактап калат да. Биздин партия эң кыйын кездерде дайыма өзүнүн сөзүн айтчу, эң кыйын кездерде дайыма эл менен болчу. Эч качан биздин накта партиябыз өзүнүн мындай бир жеке кызыкчылыгын ойлочу эмес. Эч качан биздин партиянын накта партиябыз албетте элди алдаган эмес. Я хочу вам сказать, что потихонечку привыкать. Атамбаев тоже не вечен. В этом году мне будет уже 63 года. И все равно однажды, конечно, так же, как я передал руководство государством новому президенту, такие будут руководители нашей партии. Хочу сказать, что очень много вот в это время, как бы трудное для партии, с одной стороны, оно очень хорошее, потому что идет автоматическое очищение рядов партии от карьеристов, от предателей, от нечистоплотных людей. И в то же время мы видим, как очень много желающих вступить в ряды нашей партии. И независимо от того, будет официально, я говорю, что официально не всегда будет Атамбаев председателем, он не вечный сам по себе человек. Но я глубоко верю, что в партии всегда сохранится вот этот дух, тот дух, который вел наших партийцев на... Вот здесь раньше был плакат такой, слева, да, теперь, да. Вот я помню, я 24 марта 2005 года выходил из дома, попрощался с супругой, сказал, я сегодня уже не вернусь живым. Что это 24 марта, кто помнит, тот помнит. Но мы всегда, наша партия, она боролась за то, чтобы в стране была демократия, чтобы не было семейного правления. Конечно, я как председатель партии и потом как президент сделал достаточно ошибок. И слава Богу, что сейчас на многое у меня открылись глаза, я вижу свои ошибки. Ну что делать? Я думаю, что те новые лица, которые приходят в партию, те проверенные наши старые партийцы, которые рядом со мной были, все самые трудные годы, они сохранят дух партии, они сохранят вот этот стержень партии несгибаемый, они сохранят само
самые главные ценности нашей партии – это, конечно, социальная справедливость, это желание построить социальное государство. И я уверен, что наша партия всегда будет оставаться партией, которая защищает справедливость, которая борется за интересы народа. И слава Богу, что она очищается от тех, кто вступал в нашу партию только ради каких-то мандатов, ради каких-то материальных благ и ценностей. А вам громадное спасибо, что пришли на пресс-конференцию. Я надеюсь, вы постараетесь отнестись благожелательно к моим партийцам, моим коллегам. Спасибо всем большое. Удачи. Наступающим. Наступающим. Тогда поблагодарим Алмазбека Шашеновича и...